Кумертауская территория опережающего социально-экономического развития в ближайшее время может обзавестись первым резидентом. Это общество с ограниченной ответственностью «Элеватор». Предприятие уже реализует проект по строительству маслоэкстракционного завода. 21 марта рабочая группа рассмотрела заявку резидента. У нас первый резидент, ну, скажем, уникальный. Вложение инвестиций, несмотря на то, что уже вложено более 4 миллиардов рублей, в этом году будет вложено 500 миллионов рублей. И количество рабочих мест, он создаст более 135 рабочих мест. То есть мы перевыполняем все установленные планки. По окончанию строительства маслозавода предприятие создаст 520 новых рабочих мест со средней заработной платой в 23 тысячи рублей. Кроме этого, увеличатся объемы производства. С мая месяца мы в два раза будем производительность увеличить. Продукции будет сейчас, если 250 тонн в среднем в месяц, в сутки, в данные месяца мы вырабатываем. С мая месяца будем 500 тонн продукции. Это подсолнечное масло и шрот. То есть в два раза увеличиваем. А в октябре 2017 года уже выходим на проектную мощность. Будем перерабатывать 1000 тонн в сутки по подсолнечнику. Инвестиционный проект является и социально значимым для города. Он способствует созданию новых рабочих мест. Проект не только способствует социально-экономическому развитию городского округа, он также направлен на диверсификацию экономики. Сегодня мы уже видим, как это предприятие нам уже дает реальное дело в деле диверсификации экономики. И мы уже смотрим, что объем производства по маслозаводу намного больше, чем по нашему градообразующему предприятию. И в перспективе эти объемы будут практически в два раза больше, чем давал нам когда-то наш авиационный завод. Заявка резидента была одобрена. Теперь пакет документов будет передан в Министерство экономического развития Башкортостана. И в случае положительного решения общество с ограниченной ответственностью «Элеватор» станет официально в нашем городе первым резидентом ТОСР.